Всем привет, с вами снова Злом. Постоянно я готовлю перья полярной совы, поэтому сейчас я покажу вам, как сделать один из самых нажористых и при этом дешевых. Очень важно, у этого тупа есть несколько преимуществ. Во-первых, это цена, и во-вторых, он прекрасно делается. То есть вы можете через 2 недели достать кубик этого тупа, кинуть, и у вас будет горячая на гигантскую здоровенную кастрюлю супа. Кастрюлю супа. Нам понадобятся вот такие ингредиенты. Кусочек вот такой вот. Одна здоровенная морковочка, 2 здоровенных лука и целая пачка гороха. Собственно, народ, на кастрюлю супа, ну вы поняли, я как бы полагаю, что у вас где-то дома завалялись, вот по не беру. Там гороха. Пользуем всю пачку. Горох. Я пробовал лобстеров, крабов и горох. Современный горох настолько чистый, в нем практически нет лобстеров, крабов, поэтому никакого профита я в этом не увидел. Пена. На большую как возьмем сок где-то 180-267 гороха. Если, конечно же, вы верите, то, во-первых, вообще можете не добавлять мяса, и тогда будет манжа, и вот пошли моего кала. Нарезаем небольшими кусочками. Кончик. Лук и морковочка дадут нашему супу сладость. Отлично. Заливаем чепуфик, сколько воды. Суп закипел. И, собственно, вот эта вот белая пенка, можете ее помешивать. Каким должен быть гороховый суп? Кто сказал, что профессия повара в детском саду – это скучно? Этими дверями происходит настоящее таинство. Мы сметанку добавляем. Еще раз. Супчик кипятим. Елена Шипушен на посту повара в детском саду уже 20 лет. Выясняет, уникальное меню для своего детского сада. Не отступает от санитарных норм и правил, но привносит в каждое блюдо что-то свое. Совсем скоро выпустит книгу уникальных авторских рецептов. Сейчас я вам расскажу, как делается мясной рубец. Просто обычная гороховая пенка. Теперь очень важно. Засыпаем, перемешиваем, пробуем. Засыпаем. Жмолотый перчик. Жмолотый перчик. Пробуем. Ем гороха. Взвесим, сколько у нас получилось порций. Так, у нас другая кастрюлька. Переливаем супчик в нее. И прям густой супчик. За подлицо вышло. Отлично. Вес кастрюли, как вы поняли, не учитывается. И напоминаю, не забывайте ставить пальцы вверх, если дешевые рецепты вам нравятся.